Меня зовут Маркин Алексей, я живу и работаю в городе Екатеринбург. Уже больше 15 лет я работаю в компании, которая строит деревянные дома. В рамках этой компании я занимаюсь разработкой рабочих чертежей и непосредственно строительством. Работа в целом мне нравится, я достаточно неплохо разбираюсь в особенностях этого бизнеса. Но, в общем-то, как и везде, растет конкуренция, появляются иные решения в технологиях, архитектуре, маркетинге. Эти изменения постоянно ставят все новые и новые проблемы. Мы в нашей компании, и конкретно я, стараемся от этих процессов не отставать. На вызовы времени отвечаем. У нас есть даже запатентованные, еще пока не запатентованные решения в своей работе. Из лафетного бруса, например, мы изготавливаем поистине уникальные срубы. Я этим не хвастаюсь. Это совсем не моя заслуга, хотя в мозговых штурмах при отработке технологий я тоже принимал не последнее участие. Если с технологиями у меня более-менее порядок, то с маркетингом и продвижением нашего товара и услуг не так все хорошо, особенно на фоне очередного кризиса в строительной сфере. Небольшой бюджет и высокая стоимость профессиональных услуг маркетологов ограничивают наши возможности и мешают развиваться. Мне хочется показать наши услуги ярче, привлекательнее, представить нашу продукцию такой, какая она есть на самом деле. Те программные продукты, которые мы использовали, относятся в основном к производству. Настроить ту же фотореалистичную визуализацию в ArchiCAD возможно, но это слишком трудоемкий процесс. У меня лично нет высшего архитектурного дизайнерского образования, поэтому имеется некоторый комплекс, который говорил, это слишком сложно для меня и даже невозможно делать красивые картинки, интерьеры, ты же не художник. До конца этот комплекс я еще не растерял, но некоторые луч надежды Алекс Скидаль мне дал. То, с какой скоростью и легкостью мне сейчас дается править и обрабатывать фотографии своих объектов, да и любых объектов в фотошопе, всего через 1,5-2 недели курсов, этот неожиданный факт понял и мою профессиональную самооценку и дает возможность смотреть на будущее в дизайне с позитивным настроением. Хотя до этого я несколько раз пытался самостоятельно разобраться в фотошопе, но каждый раз бросал, потому что это представлялось каким-то сложным, как-то было не совсем понятно. Курсы Алекса Скиделя меня привлекли именно тем, что ставят системный подход к обучению, к восприятию технического и интеллектуального прогресса. Об этих курсах я узнал по рекомендации своего друга из Facebook. И я благодарен и своему другу, и Алексу за предоставленное окно возможностей. Спасибо.